Юху, всем привет, с вами Енот, с вами, нормально, Dead Cells. Йо. А, у меня же нет регенерации, давай, прыгай. Классное начало, да? Тело сквернено, урон X2. Наверное, эта серия будет последней, не знаю. Я что-то слишком люблю. Пойдем, пойдем, пойдем. Попробуем пройти, не получив урон. Эй, я кувырок сделал. Чего происходит-то? Как блокировать тебя? Как? Я не понимаю. Он прыгает, когда появляется восклицательный знак. Но это не парирование. Надо попробовать поймать его. Да-да-да-да. Тело осквернено, бла-бла-бла. Давай. Я кувыркался, чё ж ты делаешь-то? Скоротка оружие хорошее. Мне этот лук даром не нужен. По идее, можно игру пройти быстро, чётко, дерзко. Да, блин. Все, ништяк. Секреточка. А че здесь? Здесь ничего, да, нету? Давай. Нам нужно учиться блокировать. Классно. Все, есть. Огонь. А 70 жизней. Надо. Жизни мне важнее. Всем достанется. Вперед, вперед. Вперед. Это, арбалет двойной, блин, не знаю, глаз по идее сильный, но он не против боссов, арбалет нужен. Все, пусть будет. Сюрикен мне нафиг не нужен. Ах, ты ж собака. Давай, давай, давай. Бери, 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 бери. Пошли, пошли, пошли. По идее, тут надо проходить и быстро, и шарить. В этом вся и проблема. Потому что, когда ты куда-то идешь, это открывает тебе и пути новые, и прочее. Это оранжерея, да? Да, дендрарий, не хочу дендрарий. Так, это куда?
Пока. Так, идем. Идем. Что это? Непонятно. Стой, что там? Так, мешочек. Деньги, хорошо. Тут кто-то долго сидел, да. Не хочу заразиться, хворь, не заражайся, бла-бла-бла, все, пошли. Ядовитые источные каналы, ладно. Нет. Пойдем по стандартному пути. Да. Опа. Давай сюда. Ай, прости, граната. Так, труп. А, тропа обреченных, пошли туда. А сколько первое время? 6 минут? 2 минуты? Я за 3 минуты пробежал, господи. Да, 2 минуты не успел. Случайный щит? Нет, не нужен по факту. А, вампиризм. Хотелось бы. Давай, первым делом. Сразу давай возьмем у него, как обычно. Один раз спасать нельзя выбросить. То есть я могу это взять, у меня будет запас, но я теряю что-нибудь другое. Давайте, например, возьмем вот этот некромантик, знает, когда враг умирает. Тропа обреченных. Давно я по ней не ходил. Или ходил, или не ходил. Короче, тут можно разными путями шариться, и надо смотреть, куда что можно зайти. Ключ, понятно. Еще один ключ, понятно. Еще ключ. Понятно. Так. Эй, я нажал щит! Так, хорошо. Не понял. А, замки. Да чтоб тебя, аж прыгал! Всех разберем. Никого. Хорошо, идем прям четко, дерзко. Так, что мне важно, ловушка или головешка? Не знаю, головешка и то слабая. Можно взять головешку и типа так, чин. Идем, хоп. Можно взять щит. Головешка. Может попробовать все-таки головешку? А потом попробуем поменять, если чё. Ах ты ж гад! Ну такая, знаете, вещь. Опция не обязательная, никому не нужная. Но если есть, я думаю, хуже не будет. Собака. А, нет, все, назад.
Бессмертие 3 секунды, конечно, хорошая вещь, но, возможно, ловушки лучше. То есть всегда нужно быть на грани, чтобы понимать, что тебе больше нужно. Ловушка или нет. Ах ты ж гад-то. Стой. Видите, это дополнительное лечение. То есть он только в ближнем бою, да, коцает? Хорошо пролетел. А, щит, щит, щит. Молния, да, электрическая плеть. Ага. Продаемся дальше. Нужно их убивать и не умирать, но только, к сожалению, до ближнего бой, да, мне нужно добивать их. Да? Пошли, 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 пошли. Этого я не помню такого. Блин, давай. Полз. Что это? Ключ роза? Да? Да, этого короля. Вот этого короля мы убили. Это одна только роза, да? А что это такое? А, понятно. В смысле закрыто? Я же сломал все двери. Одна, да? Плохо. То есть мне нужно еще найти две ключ розы, чтобы чего-то достичь. Или нет? На, две надо. Чертеж арбалета. В принципе, мне на него вообще накласть, потому что я не пользуюсь арбалетами. Наверное, зря. Ведь не зря их делать. Кто-то чисто кувырками, видно, ходит. Кто-то чисто ловушками разруливает. Я вот не знаю, сколько мне нужно бессмертие. Да может заменить на две ловушки. Две ловушки будут явно лучше одной. Блин, я, кажется, телепорта пробежал. Ладно, нормально, бывает. Чё? Сам взорвись. Нет. Не, без щита вообще не вариант. Щит хоть что-то сделать может. И знаете, какая проблема? Тут надо одновременно и качаться, и не качаться. Не, игра прикольная, позависать можно, но не знаю. Давайте пройду нормальную сложность. Хотя зачем мне нормальная сложность? Скажите мне, зачем она? Я буду меньше получать и... А, так теперь умереть, да, надо. Блин, отстой. Ну, чай посмотрим, чем отличается. Конечно, здесь можно пройти, не получив ни одного урона. Вот, серьезно. А, черт. Куда, куда, куда он? О, лучники, давно я вас не вижу. Можно позадродить, набить все это. Но мне кажется, в эту игру надо играть на стримы или еще что-то, чтобы слушать советы всех. Это, скорее всего... Скорее всего, это будет последняя попытка. Да, она классная, я бы ее еще поиграл.
Но, чего-то в ней уже не хватает. Потому что блокирование, конечно, добивает руку. По идее, ничего сложного. Но, как говорится, лучше играть на джойстике. На нем явно будет лучше. Видите, надо знать систему кувырков. В топку бессмертия. Легкость я пройду, как делать нечего. Вот видите, если я начну играть в нее, то мне не понадобится даже проблем никаких, чтобы пройти. Потому что в прошлый раз я прошел, по-моему, минут за 20 всю. Все, пошли. Видите, но это мы тогда тратим, мы не качаем, мы не усиливаем, мы ничего не делаем. 2 минуты, вот, смотрите, классно, да? Пошли, 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 нет времени. Пошли, опа. Меч надо другой, да? А, нет, слабый. Кулон, пойдет, да. По идее, все это набивать можно, это вообще как изи будет. Усиливать. Блин, я не знаю, либо все, либо еще одну серию. Вот вампиризм, классно, наверное, да. Поджигает врагов, разбрасывает во все стороны, бла-бла-бла-бла, огниво, оружие ближнего боя, живучесть, брутальность, ломка, фомка, то есть, а, шипы, щиты, ёлопало, все есть, смотрите, угар. А, чеснок. Да, пусть будет. Увеличит количество лже на 2, после удара врага вас нельзя заразить хворью в течение... Классно. Вампиризм, давайте вместо капканов возьмем. Посмотрим, что это из себя представляет. Я же говорю, тут по идее надо просто бегать и качаться. И все, и больше ничего не надо. Ничего. Где вампиризм? О, ништяк. Канал, я думал, в Дендрарий ушел. Ну ладно, это ошибочка пошла. Тут, походу, есть 3 разных пути, как можно двигаться, но цель одна — замок, и там убить босса. Классно, это можно хорошо себя нахилить. А как он исполняется? Тоже с бутыльком, да, один раз? То есть замена бутылька своеобразная. Тогда, получается, бутылек же лучше. Если он не восстанавливается. Смотрите описание предмета. Как? Стой. Да, это типа аналог бессмертия. Знаете, бессмертие получше будет-то выглядеть. Тупо бегать и задротить, я не знаю, сколько это нужно. В плане, я знаю, сколько это нужно, но, блин. В плане, нужно ли оно мне? Давай, апа. Мы можем просто бегать, весь уровень защищать и получать кучу плюшек. Прям реально кучу. Потому что это жизнь, это всякая фигня. Почему я забываю про щит все время? Черт. Да, все, мимо пролетел, классно. Ну как, хилка, она, конечно, прикольная. Мне нужно то, что наносит урон. Все, это как пить дать.
Пойдем, 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 пойдем. Ай, черт. О. Даже не знаю, не знаю, нет. Амулет, удар сверху поджигает землю, при уклонении появляется бомба. Нет, давай вот это. Давай, спускайся. Ниже, ниже. Да, да, да. Бежим, бежим, бежим. Просто забьем на все. Куда попали, туда попали. Черт, нашел ловушку. По идее, да, с одной стороны ты закачиваешься, с другой стороны, типа, идея вообще барами. Черт, прокачка. Давай. Тут какой-то саркофаг тоже. Видите, тут, по идее, чем дольше играть, тем лучше становиться профессионалом, конечно. Но я не думаю, что я настолько профессионал, чтобы меня хотели смотреть. Оружие тут, наверное, куча. Вообще нереально куча. Все искать, раскрывать. Тем, кто любит такие игры, это вообще зайдет только так. Огонь просто. Черт, тупик. Видите, еще и руны не все нашел. Кто знает, какие там секреты хранят. Черт, а может лучше будет? Давай. 161, отстой вообще. Вот нашел кучу этих оружия. Что дальше делать, неизвестно. Торговец, привет, пока. Еще торговец. А, нет, тут какой-то выбор хороший. Так, 172, нет. Второй против первого, да, конечно. Вон, кстати, чем больше мы все подкрываем, тем это будет у нас появляться везде. Видите, уже здесь есть. По идее, я могу заползти, взять, да. А нет, слезть назад. Ладно, тут надо подумать, как взять, но по идее без разницы. Просто, видите, можно забивать на этой легкой сложности. Но я-то... А больше сложить уже не тащу. Жалко, конечно, что вы не увидели, как я победил босса последнего. Но там король, и, наверное, чтобы его полностью победить, нужно прям полностью пройти игру. Ну, то есть на максимальной четвертой сложности. А, куда-то нашел путь. Нет, не нашел, да. Уходим. Головешка, да? Нет, нет. А по идее игра вот башни. Видите, все. А в башнях уже надо искать ключи. Я не знаю, видите, я раз 10 уже умер, и немножко это, конечно, расстраивает, конечно. Вот видите, я могу забить и не качаться, и получать всякие плюшки. Либо же качаться и не получать плюшки, о. О. Вот это оказалось еще бесполезно. Он крутится как бы, но ничего не делает. Кстати, что делать? При уклонении, при уклонении. Да, нормально. Но, скорее всего, да, это последний был заход. Игра прикольная. Видите, сколько всего прокачать. Ты каждый раз будешь проходить, открывать, призывать дружеского врага. Гриб, ну и будет он ходить. Совершать рывок вперед. Ну, мы это видели. Сейсмический прыжок, да, гриба, рапира. Все это есть, да, лезвие серп. Если в прошлый раз вы атаковали правым когтем. Да? Не знаю, что значит. Взято с вами нючие туши. Рапира. Вообще, вообще, смотрите, обувь. И каждый раз у нас, по идее, все будет больше. Нам нужно просто по 100 раз задротить, чтобы это все открывать. Понимаете? Да, и все. Так что, давайте попробуем другую игру. А на этом игра хорошая, мне понравилась. Но больше я в нее пока играть не буду, потому что она бесконечна. Сколько задротить, я не знаю. Может, не вернусь, если кому-то она будет интересна и понравится. И захотят посмотреть, как я страдаю, потому что я буду увеличить сложность и так далее. А пока, всем пока, увидимся в другой игре.